Стоять! Территория для чужих закрыта. Подходи, раз пришел. Зачем пришел? Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Эй, стой, сталкер! Ты на территории свободы. Это обычная проверка, не ссы. Чужой! Сталкера!
Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Смертельные аномалии, опасные мутанты. Подходи, раз пришел. Поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Зачем пришел? Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Обделался я со страху. Блин, так не смешно же.
сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторингет». Мы всегда рады новым посетителям. Проходи, не задерживайся. Тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Не тормози, ага, мужик. Точно. Моя информация может тебе пригодиться. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Вот дерьмо-то, а? Не тормози, мужик. Моя катится. Информация может тебе пригодиться. Ни хабара, никакого приварка. Как она? Подходи, сталкер. Как меня угораздило. Проходи, не задерживайся. Слава новому мастеру!
Меченый! Светофор слышу звание! По праву! Слава! Слава Меченому! Чего я однажды слышал? Заинтересованный, подходи в бар. Почему тут никто рыгал от дешевой жизни? Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Оружие убрал? Ствол на плечо, мужик. Ты ствол-то убери. Оружие опусти, мужик. Thank you.
Отражаю! Вперед! Тащи! Получай! Все, чувак, прибыл! На тебе, на! Никуда ты не денешься, понял?
Подходи, пообщаемся. Это опусти, а? Отвянь! Отвянь! Оружие убрал. Ствол. Thank you.
порадовал. Самому, что ли, играть научиться? У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай. Кукушка. Хреново тут с кукушками. Спросить не у кого. Ну вот, значит. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и детки. Подумал сталкер... Меченый, будь осторожен, а то еще бабушке пули схлопочешь. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Тихо учился, чувак. Подходи, пообщаемся. Блин, ну какой из него командир? Фуфло. А из кожи лезет. Все бы ему командовать. Ну и какого хрена тут торчишь, а, спрашивается? Дуй на фирму какую-нибудь менеджера. Thank you.
девушек мочить, симпатичных будем. Не, ну чё всегда всё происходит не вовремя, а? Давно эх, пора давно не брал я саблю в руки. Вот, покрошил супостатов, не боись. Макс! Слушай! У нас тут проблема на хуторе нарисовалась. Собирай народ. Подходи, пообщаемся! Оба! С нами новое мясо! Шучу! Так, Толик, берешь Лысого и Косого, зайдете справа. Колян, ты с ребятами постараешься зайти им взад. Вот как взад, так сразу Колян. Thank you.
Самому, что ли, играть научиться? Проходи, не задерживайся. На помощь мирным гражданам всей планеты. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Еще разок, по-моему. Хороший достал. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Проходи, не задерживайся. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на подходи, помощь мирным гражданам всей планеты. Сталкер, защити... Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришёл. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям.
Проходи, не задерживайся. Моя информация может тебе пригодиться. Ах, неохота мне за Хабаром сегодня сталкер. Плестись. Для таких, как ты, у меня всегда сейчас есть кое-что интересное. Оказаться в гамачке, да с книжкой толковой. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Если кто поможет. Кое-что интересное. Не тормози, мясо такое. Моя информация может тебе пригодиться. Чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Проходи, не задерживайся. Спрашивают, артефакты, бабло есть? Да нету. Хуже не бывает.
Чернобыля. Вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Как-то слышал? Второй раз весь прибыток за месяц отобрали. Заблудился как-то долго ведь. Идет и кричит. Проходи, не задерживайся. Как меня угораздило. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Здорово, женщины. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не... Победоносной поступью идущий... Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Эх, чё? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Эх, чё?